Повести за собой может не каждый, а лишь тот, кто имеет талант заинтересовать, увлечь идеей, сплотить молодежь, быть старшим товарищем и помощником для нее. Владимир Сыроватко, пожалуй, соответствует каждой из вышеперечисленных характеристик. Юноша окончил Брестский государственный технический университет. Молодежь Бреста его знает хорошо, а все потому, что он активный участник городских мероприятий, талантливый ведущий, деятельный и идущий в ногу со временем. Будучи исполняющим обязанности первого секретаря Московского районного комитета БРСМ, Владимир успел проявить себя и исключительно с положительной стороны. Изучив поле деятельности, проанализировав особенности молодежной среды, сегодня он строит планы дальнейшей работы. Планы в молодежной организации должны в первую очередь идти от самой молодежи. Мы должны работать с ней на одной волне, то есть то, что интересно ребятам, будет интересно и нам, потому что мы работаем ради молодежи и только для нее. Активисты в нашем районе, вообще в принципе молодежи, более 60 тысяч. Именно в московском районе города Бреста. Но они разбросаны по разным организациям, предприятиям, по разным учреждениям образования. И задача их сплотить и создать из них один работающий организм, который будет активизировать и другую молодежь района. Идею Владимира Сыроватко молодежь БРСМ поддержала, а потому юноша завоевал преимущественное число голосов и по итогам возглавил Московский районный комитет БРСМ. В рамках отчетно-выборной конференции было немало и других важных моментов, таких как, например, подведение итогов деятельности за 3 года. Сегодня в составе общественного объединения по Бресту более 17 тысяч юношей и девушек. Несложно догадаться, как много было сделано ими и сколько предстоит. В ходе встречи обсудили каждый из актуальных вопросов. Ни одна из перспективных идей не осталось без внимания. В приоритете у нас молодежь. Молодежь и организация тех мероприятий, культурно-массовых мероприятий с молодежью, чтобы молодежи было не скучно, чтобы молодежь могла в свободное от учебы или работы время довольно-таки успешно и хорошо провести свое время. София Бережная, Эдуард Букнович, Антон Луковкин, телекомпания БукТВ.